попал на снег, для подрамочного. До нырка и чурка тоже я не попал. Фетер, сырая, пятерка, чурка. Короче, ребята, переходим на другое место. Здесь немножечко мешает нам камыши. Ну, дело еще не в камышах, но здесь немножко место такое, что утка не совсем подпускает на такие расстояния. Нужно нам. Сейчас мы поменяем локацию. Ну, конечно, бывает такое. Сегодня был хороший шанс у меня взять кряковую утку. Ну, как видите, она очень сильная на рану сейчас. Только зашла недавно. Сибирянка, северная утка, она очень крепкая на рану. И взять ее не так просто. Хотя попадание вроде бы было, но мы не добыли. Ну ничего, продолжим нашу охоту. На вечернем перелете тоже я останусь. Посмотрим, что будет вечером. Небольшое, но тоже в камышах. Главное, что здесь можно подкрасться. Подкрасться нужно обязательно, если здесь кто-то будет сидеть. Вода очень сильно упала. Да. Зайдем еще. Идемся, там еще небольшое озерцо, прудик. Два прудика должно быть. Пройдемся, там тоже посмотрим, что и как. Упавшая вода. Вот и первый прудик. Сейчас ко второму подойдем. Что-то здесь тихо так, ветер. Щутка должна перелетать. Такое время переходить, но здесь она вообще без понятия, где она мотается. Ничего не поделаешь. Офигеть. Как в танке. Да. Печально, конечно. Очень. Ребята, смотрите. Маленький нутрий. Прямо передо мной. Застыли. Пошли. Прикольненькие такие. Они как андатры маленькие. Как взрослый андатр.
ветер такой, что я думаю, будет к вечеру кундиться утка. Обязательно на вечернем перелете я стану. Посмотрим, как она будет подлетать. Выберу я себе хорошее место, конечно, пойду немного подальше от других охотников стану. Постараюсь спрятаться хорошо. Ребят, я заплыл на вот таком вот плотике. Ветер очень сильный, порыв, еле заплыл на вот этих деревяшек вместе весел. Все, пизда, конечно, одна деревяшки. Сломал я ее. Ничего, главное, что мы уже доплыли. Самое главное. Интересного. Так я встал посередине, согнал этот плот. Утки обычно садятся или в правый угол, или в левый угол. Посередине они обычно не садятся. В данной ситуации я идеально подобрал место. Как начинает темнеть, начинается перелет. Иногда бывает, что вообще поздно ночью даже начинает переходить. Вот, не знаю, посмотрим. Первая утка пролетела, ребята. Кстати, была кряга. Начинает с первого перелета, потом уже за ней следуют крупные утки. Я не откажусь и от черков, конечно. Главное подлетать к нам. Темно, если камера снимет, посмотрим. Я сомневаюсь, что камера снимет ночью. Так что скоро выключит прицел. Стреляла фетром, четверочка, пятерочка, 32 грамма, идеальный патрон. Вышел я, ребята, закончил охоту с очень хорошим результатом. Две кряквы с
самочки и две лысухи, которые я собрал еще. Неплохие лысухи, ну, короче говоря, больше, конечно, радует меня утки. Великолепные уточки, упитанные, жирные. Вот такой вот результат неплохой. Стемнело уже, пора мне домой. Всем пока, до следующих моих новых встреч. Будем надеяться, что днем тоже будут кадры на утреннем перелете удачные. То ночью вообще снять практически невозможно. Невозможно, да, реально невозможно. Камера просто не снимает ночью. До скорых встреч. Пока-пока.